Сегодня проходит очередное мероприятие «Августа. День поля» в агрофирме «Акжер». Со своей стороны хочу сказать, что в очередной раз очень удивлен тем трудолюбием, с которым как бы достигаются те результаты, которые мы здесь видим. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо коллективу «Акжера» и специалистам компании «Август», которые помогают. Сегодняшний день после колоссаля провод как дали, уже 22 дня прошло. То есть, по сути, любой фунгицид, он ну, на такой период и рассчитан, до 20 дней. Трубка, когда еще набухшая, да, и когда она еще не лопнула. И вот в этот период мы всегда рекомендуем давать системный, допустим, препарат. Поля подсолнечника удивляют всех абсолютно. Общее впечатление, что только ради такого подсолнечника стоило выдержать вот эту вот дорогу, действительно непростую. Три варианта семян зерновых полей. Рапс очень красивый, очень значимый, очень большой. Действительно, он и на фоне того, по крайней мере, то, что мы видели по пути сюда, 7 часов по Казахстану, действительно это, ну, без лишней там скромности или гордости, или хвастовства, это действительно лучшие поля, которые вот на сегодня в Казахстане можно посмотреть. Мы рады, что наши как бы технологии, наш опыт наших сотрудников оказывается настолько показательным, да, даже не дожидаясь там официальных результатов уборки урожая, уже сейчас можно сказать, что действительно это передовой для Казахстана опыт, полезный нам, нашим партнерам.